Сейчас мы поедем, самокат сейчас нам привезут. Выход обязательный, выход туда. Выход обязательный, мужчина. Свободно. 17-е, да? Да, вот следующая 17-е, прямо в нее и заходите. Не-не, на следующий я заходите. Заходите в эту кабину. Молодой человек, есть места свободные, заходите. Да, наш, спасибо. Давай, сейчас поедешь вот так. В кабинке оставили, да. А, в кабинке оставили? В кабинке оставили. Я приехала. Сюда садись, смотри, где папа. Я уже готова. Сейчас интересно поедем. Так, мама, из тебя самокат. Только не как в прошлый раз. А теперь нет, ты же, наверное, оставил. Я? Нет, ты же заходила с ней в руках. Я тут сбоку уже сидела. Вроде. О, посмотрите, в наушниках что-то слушать можно. Она шатается, да? Самокат у нас по кругу прокатился. Бесплатно причем. Леня, ну как тебе? Класс? Леня, на канатной дороге. Слышала, я рада, видите, с нами. Ехали, говорит, ну ты лыжи не забудь взять. Выходит, говорит, в Сочи такие же. Леня, смотри, внизу трактор большой. Видишь? Просьба, пожалуйста, не говорить мне на камеру. Понятно. Понятно. А где няня? Да? Нет, не знаю, немного страшно, немного классно. Вот в горах, где на лыжах катаются, вот такие подъемники обычное дело. На них ездят. А еще бывает вообще просто скамейки, в воздухе сидишь на лыжах. Я это знаю. Вот, и поехал. О, Леня, сейчас, наверное. Я слышали, как видела такие скамейки. А вон они, кстати, висят, вон. Это летом, наверное, запустят такие, когда, ну, в смысле, когда будет тепло. Прикольно. Ты же ремень, да,
Или это они вторую линию тут откроют? Тут, кстати, интересно притормаживать, да? Наверх. Смотрите, мы уже поднимаемся наверх, над речкой. Вон там удочки ездят, смотрите. Класс. Папа, подарки. Ого, да, там даже кораблики. Острые есть. Папа, вау, подарки. Да. Как красиво. Смотрите, ребят. Он еще светло-розовая есть удочка. Да, ставьте да, лайки, если вам нравятся вот эти красивые цветные лодочки. И еще ставьте лайк, если вам нравится канатная дорога. Супер. Леня, вон там туту. Вон, видишь, вон там. Вон там вот мы выходили на той станции. Я вам уже покажу, когда мы будем на другой стороне, на той. Под нами, смотрите, проплывает. Кораблик? Угу. Он прям под Леней. Интересно, пока солнце ходит, разнородно как-то становится. Да, подбивались спокойно ходить. Мы тут волнами как-то, да. Да, смотри, сейчас резко вниз будем. Вот, значит, мы уже спускаемся, смотрите. Вот уже наша кабинка опускается. Кто это разговаривает? Там, видишь, Ерма. А. Так, мама, самокат. Все, конечное. И вот мы и приехали.
коляску с мамой. Вот так, пойдемте, налейте. И вот это. Вот это. Все, 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 хватит. Хватит. Выходим.